Мишка, Фредди представляет. 5 ночей у Фредди. Плохие реперсы. Итак, начинаем шоу! Называется Bad Randoms, и мы пришли испортить вам день. Что за шум? Да кто это так делает? Можно потише! Ну что, вы хотите еще веселиться? Когда слышите очередную зажигательную песню? Потому что это слушать. Когда же не открылся космический корабль? Привет, не важно, кто нам говорит. Короче, знаешь, у нас тут появилось чудо. Они там устроили еще больше шума. Помоги нам их остановить. Кто в порядке, я? Да, я в порядке. Блин, ну тут нужно, время уже 3 часа ночи. Хочешь сказать то, что 3 часа ночи это самое мистическое время? Да? Чё это за? Остановить их, бля. Погодите-ка, а где наш стул? Вау. Стул, тебя куда тащат? Да на пенели, знаешь. Что это? Босс, смотри, тут какая-то фигня. Чё это? Это что за перчатка? Просто рука какая-то, что ли? Ну-ка, дайте я пойду и разберусь с ним. Давай. Стул, мы покажем еще Red Battle наш. Поко, начнем с тебя. Ты же всегда первый. Да, босс. Всегда они меня не победят. Ладно, хорошо, босс. Я пошел, устраивать Red Battle. Выбираю аниматронка, кого ты хочешь, сражаться. Начну с Бэйби. Да-да-да-да-да. Давай, Бэйби, я тебе покажу тебе класс. А вот давай. Ну что ж, начнем. Поехали!
покажу. Бас, ты покажешь им? Да, покажу им. Ты представляешь, они меня выиграли. Теперь давай ты. Хорошо. Сту тебя всегда выиграет. Сту, ты готов? Да, 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 Бас. Вот, давай. Вставай, где я стою, и выиграй его. Хорошо. Ладно, вы победили нас уже. Вы уже нас всех уже выиграли. Все. Ладно. Нет, сейчас будет моя битва. Ладно, короче, вы освобождены. А ну-ка стоять, ты со мной еще не покончила. Ладно, вы, короче, вы нас победили уже. Ты жалкий трус, а ну сюда иди. Что? Я не трус вообще-то. Бока мой! Naturally sapphire blue hair. You're also well known for causing a bit of havoc around the city with your demonic girlfriend and your mysterious abilities. All right,
The bottom line is that I'm not allowing you to leave this facility because a hostile corruption entity has been found within you. It is apparent that it was cast upon you by a monster only a few weeks ago. However, I propose an offer. Either work for this facility and help me neutralize threats such as Whitmore, or be terminated on the spot. Hey, girl. Hey. How did you get in here without raising the alarms? Teleportation. Don't know how you didn't see that coming. Now shut up and stick them up. Be here any moment. So defend that door for me. I need to have a word with Updike. Oh. Just one moment. Hey! Oh.
Все, тебе, бэби, тебе конец. Это тебе будет конец. Ты уже победил уже много этих наших песен. Потому что я супергерой. На тебе. Ах ты ж. Из-за твоих песен у меня погибли уже Поко и Сто. И что ты сделаешь нам? Голди все равно тебя выиграет. Да? Вот сказать то, что он выиграет тебя, да? Вот, бери ему глаза. Что за... Что за Я... Бэби, давай мы его воскресим. И что, он будет в составе? Да. Давайте. Ха-ха-ха. А то уже в составе уже Сенси, Генерал Гасс, а сейчас у нас будут новенькие. Это Сту, Поко и Бас. Мы их убили уже. Убили? Ну, значит, база. Ну и накормили тебя, Баз. Да у кого там учиться в животе? Да то у База. Дала ему попкорн, и он обосрался. Смешно. Да, Бон-Бон? Да. Вот смотри, Фонтан Фредди. Еще у тебя, Фонтан Фредди? Это же Фонтан Фредди. А зато у меня нету. Ой, а у меня как бы пошли. Попкорна. Попкорна? Угу. А он же отравленный. Какой отравленный? Ты че, сосун? Ладно. Оп-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что-то мне забурчало в животе, но что-то мне хочется посрать. Еле мы усрались уже. Три дурака у нас там. Бэби, Фонтан Фредди и Бас. Уж мы в туалете там все обосрали там. Вообще-то 4 идет. А кто еще? Бон-Бон? Да, бэйби. Ищу я еще. Бэйби, может, мы зря такой купили, такой попкорн, что он может любого человека травить? Я так думаю, это что зря. То, что мы это... То, что мы не смотрели, да, какая там угроза. Нету там угроз или без угроз. Давайте мы купили такой попкорн отравленный. Вот зачем? Ну зачем мы купили, если мы не знаем, что это попкорн? Надо выкидывать этот попкорн. Ты хочешь сделать больницу для аниматроников? Да. И психушку. А для чего нам? Психушка, чтобы кого-то, например, тебя запихнуть. Потому что ты у нас один психованный. Почему я психованный? Я ж добрый, я. И что, ты хочешь меня пристрелить меня? Я предатель. Это что, какой еще раз пистолет? С краской. И что у меня уже пол костюма, у меня уже это газы, что ли? Ну все, хана. Дали все. Фокли снова исцелился гипси. Опять гипси. Нет, стоп, это не гипси, это кошмар. У него Фокси опять вселилось зло. Тебе за это. Вот тебе. Я захвачу вас. Блин, это пистолет с краской. Твой пистолет ничем не поможет. Он же игрушечный. Теперь это пистолет.
пистолет с патронами. Ты теперь в тюрьме. Нет, все, я сдаюсь. Окей. А ну, стоим. Ты все равно на нас будешь наблюдать? Нет, я сдаюсь. Вот. Нет! Не сдаюсь! Я пошутил над тобой. Нет, не могу, вот он Фредди. На тебе. Я тебя прикольну. Сердце твое. Ты подъешься еще. Зато я могу жить. А ты, бэйби, не лезь в это тело, пока я тебя не убью. Чё это за диски у тебя там? И чё это там? Чё за... Что за... Что за золотые перчатки? Держи свою бубылду. Я никогда не погибну в мире. Я бесконечный. Пора просто за работу, мне нужно восстановиться. Ты не уйдешь, ты тупой лич, понятно? А вот смогу уйти и восстановить все, и захвачу всех. Мы захватим все города, а затем весь мир. Ай, там ничего, я все. Да-да-да, вот тебе еще раз. Следующий еще один удальчик. Я тоже могу телепортироваться. Не могу. Нет, мой любимый крюк. Отдайте мне его. Острые когти. Вот мои острые когти. Твои острые когти не помогут. Еще как помогут. Что? Надо найти зеленую перчатку. Как ты их найдешь, если у Фокси острые когти? У тебя золотые перчатки, а у него острые когти. Ну, у него такой же удар, как и из твоих золотых перчаток. Да, вот именно, Пэка. Тебя... Стоп! Что ты со мной
Что со мной вообще? Кто я такой? Фокси, прекрати уже. Зачем ты мне нужен? Зачем? Я не хочу тебя слушать. Что ты творишь, Фокси? Я бы еще использовал, да? Когда не попал. Слушай, у меня рука, мне еще скоро развалится у меня уже. Вот он уже загнулся у меня уже. Удар ракеты. Все, видеть никого не хочу. Сдохни! Смотри, Фокси, это какая-то желтая перчатка. Что за? Хватит уже. Блин, еще мне рука уже скоро отвалится. Мне уже загнулось, мне сейчас скоро сломается. Вот и сломается твоя рука. А ты вообще не лезь в это дело, пока я тебя опять не убил. Мальчик или девочка? Какая разница, мальчик или не мальчик? Я всех тут захвачу. Как сломать руку Фокса? А вот не пригодится. Чё за... Чё за краска? Да, куда? Как их убрать вообще? Они не убираются. Они не убираются, они приклеились. Как их отклеить вообще? Не отклеишь. Это не краска. Скажу тебе, это не краска. И чё это? Это моя глупость. Смотри, мне конец. Кажется, мне конец. Ладно, сдаюсь я. Сдаваться уже некуда. Динамиты помогли. Чё? Да, включили его. Надо избавиться от зла. Надо вытащить у него зло. Все, вытащила зло. Нет, я опять освободился от зла. А? Что за... Убила я уже это зло. А что за... Вот тебе зло. Все, мы всех победили.